Ну, тяжелый матч. Предупреждали ребят, настраивали. Такая, знаете, всегда ситуация щекотливая. Вроде бы и с первой команды много ребят. Кто находился здесь, ждут, что они все решат. А те маленечко академично начали достаточно матч. Ну, пришлось в перерывах вносить коррективы, тасовать звенья. Ну, радует только то, что 3 очка приобрели. Судя по тому, как быстро сравняли счет во втором периоде, в раздевалке серьезный разговор стоял? Ну, у нас приходится каждый день серьезные разговоры проводить, потому что без этого не получается ничего. А на следующую игру менять состав планируете как-то? Обязательно будут изменения. Речь еще по вратарю. Но я думаю, что кроме черных, кроме первого звена, остальные все будут перетасованы. Будем искать более оптимальное сочетание для них. А игроки из первой команды надолго в «Медведе»? Ну, пока на 2 игры, дальше главный тренер как решит «Металлурга», так будем от него отталкиваться.